Сегодня у нас утро, завтрак. Сегодня у нас третье. Что у нас сегодня? Вот это Володя лепешки такие делаются. Я очень люблю их. Вот натер морковка на самом мелком цвете. Вот это белая редька. Вот это желтое, это яблоки. 10 яблок каждый раз. И огурец наполовину. Вот. Это сейчас Володя разделит каждому. Дальше. Свои помидоры. Вот когда помидоры дают, я все время вспоминаю, как было у нас в Португалии. Побежали. Вам что с собой надо? Обычно надо, купят. А тут давайте деньги. Такого не было нигде. Ну дали деньги, купили. Они продают помидоры вырванные. И они висят на... Как были они, так и как вверх ногами. И вот как бильярдные шары. Не прокусить, то есть для базара. А у нас когда... Здесь вот сейчас не вижу, попутно сказать, лепешки какие. Смотри. Толщина какая, Володина. Просто чудо. Вот оно. Да. А у нас как будто бы пергамент какой. Берешь, она мягкая такая. Даже сравнить не с чем-то. Здесь лук. Вот она, нарезанные помидоры. И дальше соль и масло растительное. Дальше простокваша. Дальше. Вот, это редко когда такое бывает. Это икра и жир из карася. Вот. Которые два, а то сколько у нас? Год назад запускали маленьких. Вот какие это, без головы. Что видно, какой карась вырос. Это на руке даже видно. У меня руки все время трясутся. Это. Вот так. Ну и суп. С чем он у тебя? Суп-то. Картошка, дальше. Рис. А, рис. Я вот отдельно всегда свою ложку мыть не даю. Прячу ее. Вот она здесь. Сразу раз. Ну и сейчас компот. Компот. Маленько возьму, чтобы кусочки туда обмотнуть без зубов. Вот. Вот. Смотри, какая ложка-то. Что-то мне достаточно. Давай, садись. Садись за стол. Во. Смотри, какой богатый обед, завтрак. Завтрак 50% надо съедать. 30% в обед и 20% вечером. Завтрак ешь сам. В обед, говорит, поделись с друзьями, а вечером отдай врагам. Вот такая есть поговорка. Слава Христу. Аллилуйя. Садитесь. Вот такой завтрак у нас есть. Сегодня у нас суббота, разрешается все после поста, 3 сентября. Так, Володя, пока нельзя брать, пока не разделишь.